Не смей. Дима, я первый. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, енот, крошка, трошка, Серега, простой человек, редиска. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, приветики. Здравствуйте. Собрались мы в Дискорде и решили записать режим гонки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас карта с препятствиями. 3, 2, 1, погнали! Пацаны, надо проехать 3 круга. Представляете, как это будет сложно? Так, надо не спешить, не спешить. А тут надо быстро. Ого. Вот отлично. Ого, ты на прыжке красиво прыганул, мне понравилось. Это я. Это ты был, да? Да. А ты его не заметил или специально? Я специально. Понял. Я догоняю тебя, Дим. Да. Не, отлично, я лечу. Еду очень хорошо. Все прекрасно. Здесь ребята в паре молотки. Я первый. Да? Да. Алашмат. Дима, не прыгай на трамплинах этих, ты сдохнешь. Ого! Там ямы. Летим дальше. Дима, обогнал. Обогнал тебя? Да. Отлично, отлично, ребята. Мы летим. А я вижу, ты машину переставляешь там. Да блин, занесло. Так, на всю. Я горю. На всю, что машина летит. Я чуть опять не упал, Дим. Ребята, ну как всегда, если мы записываем гонки, обычно всегда первый. Как-то так. И никак иначе. Слезы по щекам. Почему ты, Серега, плачешь? Ну, в гонках я не силен, Дима. Да? Ну ничего, бывает. У енота, видимо, с интернетом проблемы. Тупо стою на месте. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. 130 лечу. Это было осторожно. Это было красиво. Опа, зеленый. Это по второму кругу, что ли, обогнал или что? Это я. Он стоит просто на месте. А, понял, понял. Я не могу двигаться, меня телепортирует, мне колбасит. Так, зеленый. Дима, я прям рядом. Дима, на трамплине попробуй при этом. Да я уже только что прыгнул, Серега. Я просто очень аккуратно это сделал. Ну как, профессионал. А ты знаешь, я как психопат на максимальной скорости. Я сейчас тоже на трамплине упал. Так, ну пока мне все отлично, ребята. Едем, не напрягаемся. Для дрифта самый раз, на самом деле. Ой, я уже догоняю пацанов по второму кругу. Это даже весело. Это у меня, получается, легкий режим выставлен, да? С ботами. Да-да-да, точно, что с ботами на легком режиме. Один из ботов просто затупил в стену вены. Ой, я под молоток попал. Ну что, будет интереснее догнать их. Есть, второй круг сделан. А я только... Не, на самом деле ты двигаешься так понемногу. Я заглох. Я сейчас сюда либо выдровываю машину. Так, ну что, я поехал третий круг, пацаны. Да, третий. Отлично. Дим, у тебя зеленая или желтая? Желтая. Ты же знаешь, что я всегда желтую беру. Боссаная машина. В смысле боссаная? Это лучшая машина на планете. Ой. Хорошо, наваливаем. Отлично. Зря ты на трамплине чел. Тихо, занесло. Здорово. Так, ускоряемся. Ух ты, чуть молотком не дало по башке. Прыжок дурачка. Ой, красиво. Ой-ой-ой. Ты чё, неадекватный, щили? Ах ты, блин, занесла. Просто Дима дрифтит почему-то. Опа, бочком догнал Диму. Пока. Дима, это карта какая-то для дрифта, на самом деле. Да? А, ну я победил. Честное слово. Блин. Какой победил? Я первый. Расскажешь. А в смысле? Подожди. Вообще... Надо было раньше. Я третий. 3, 2, 1, 0. Погнали. Только в этот, ребят, раз, два, эти два круга. Три круга — это очень много. Нифига себе, вы увалили сразу. Ну теперь интересно, пацаны уже подлобались немножечко. Кто-то улетел с карты, видели? Поворот. Сальтухи закрутил. О,
Ах ты подлец! Сейчас я тебя обгоню. Не-не-не, это ж так не работает. Я же очень хорошо еду, очень. Нет, я тебя обгоняю. Ну что, я первый. Как всегда, ребята. Привыкайте. Я там слышу, ты дрифтуешь. Толку от того, что ты там дрифтуешь. Ох! Ну, видишь? Прощай. Главное, видишь, можно немножечко медленнее ехать, но при этом красиво. Блин, занесло. Давай, 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 давай. Колеса крутятся, у меня все стоит. Да, движуха мутится. А у меня задержка бы поехала. Вы сказали-то, что вы уехали, а вы стоите на месте, чё? Отлично. Ребята, лечу очень быстро. Никто меня не догоняет, никто. Ух ты ж, опять перевернулся. Красиво. Что, опять первый буду? Походу. Или второй, я не знаю. Я так потом на записи уже посмотрю, какой я приехал, я так и не понял. Гоняй фиолетово. Я машину поменял, у меня какая-то говёная машина была. По второму кругу, ребята, догоняю всех. Я уже второй круг. Лохи. Ну что, я победил. 5, 4, 3, 2, 1. Выиграет сильнейший танкист. Ребята, без выстрелов, чисто на гонку. Хорош. Хорош я лечу, неплохо. Мне нравится его скорость. Так, лучше с этой стороны объезжать. Отлично. Я на втором месте. А, блин. Серега. На третьем, кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я на самом последнем. Да, говно неповоротливое. Я обогнал Серегу. А я лупашу, довольно-таки неплохо. Ну, что требовалось ожидать, даже на танках можно тоже сюда тащить. Я был вторым. Я сам последний, потому что меня сбили. Все ямы съедает, все неровности. Что значит я гусеница? Никто меня не догоняет. Отлично. Мне нравится. На танке давайте даже с трамплинчика прыгнем. А, я не сам последний. Ну что, я первый. Так, танк, стоять. Давайте лучше развернуться на нем, чем тормоз нажать с горки. Догоняю. Давай, Серега, я в тебя верю. Синий первый приехал. Серега, ты четвертый. Не, бой. А, у нас один круг был? Да. А, ну. А вот, а вот. Ну что, Серега, давай выбирай ты машины. Последний заезд в этом ролике. Хорошо. Чтобы у всех хорошо. Одинаковые были, да, наверное? Да. Какие? Сколько человек? Раз, два, три, четыре. Восемь. Шесть, семь, восемь. Восемь человек, я сам поставлю. Давай. Так. Что было интересно только, прикольно очень. Как всегда, Серега сейчас покажет вещи. У меня почему-то из этого мода все просто вот умирает. Не, Серега, на диванах мы пробовали, они очень медленно, долго будет заезд. Ладно, ладно, ладно. Один круг будет минут 8. Тогда. GTA 5. О, я сразу все перекрашу. О, что стоит? Так, давай. Поставлю сейчас. Отлично. Да, эта машина уже посложнее управляется. Ну что, Серега, отчитывай ты время. Сейчас. Так. Сейчас я повернусь. И будем отчитывать. Ну, 3, 2. Погодите, я не поставлю. Что со мной? 3, 2, 1. Куда? Куда? Стой! Полетели! Вот это скорость, кстати, у них, Серега. Соточку сразу валит. Осторожно, тут псих на машине. Вот это там была авария сильная. Там улетел кто-то, да, я видел? Да. Все, он выпал. Догоняем Серега. Серега, ты на желтой? Оранжевая, понял. Во-во-во-во-во, вы еще бросаете, видишь? Еду еще. Хвост оставил. Вижу.
Это мой пердеж, нюхайте. Спасибо за толчок, браток. Дима, ах ты какашка. Ты нечестно играешь, Дима. Как это нечестно? Я первый! Ты нечестно, ты жу ничего. Уже два круга, не? А? Может, два круга? Давай, Серега, последний круг. Ты или я. Поехали. Красиво в поворот вошел до этого момента, а дальше я, Серега, сам. Давай, увидимся. Нет, я так... Я тебя подожду, давай, я даже подожду, чтобы была интереснее гонка. Давай. Так, вижу. Летит псих. Ой-ой-ой, красивый прыжок. Прощай, Сережечка. О, ё-моё! Блин, в молоток врезался, представляешь? Ого, ты там упался. Жду, Серега, давай. Серега, давай. У тебя есть шанс еще. Я тебе поддамся. Шанс? Не смей. Дима... Я первый! Я и практически проехал все. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.